Солдат, ты уже добрался до центра связи? Надо немедленно передать флоту сигнал. Берегись Свона и Кэмпбелла. Этим шишкам из корпорации плевать, что будет с нами. Давай, шевелись! Перепады напряжения в главной системе связи 48.8.6. Подключается резервная система.
Главная система связи уничтожена. Наладить резервную систему не удалось. Перегрузка систем связи. Канал связи отключен. Шеймус Блейк, 16 октября 2145 года. Хотя новые процедуры дистанционной замены модулей требуют от персонала некоторого времени на освоение, в конечном счете это гораздо более безопасный, быстрый и простой метод. Как только техник получает сообщение о неисправности, он просто выясняет, какой модуль нужно заменить, и подает команду на замену модуля через терминал дистанционного управления. Автоматически запускается процедура замены модуля. От ремонтника поступает уведомление, что такой-то модуль требует почистки. Мелкий ремонт может выполняться на месте с помощью стандартного оборудования. Надеюсь, что когда мы найдем и ликвидируем источник недавних перепадов напряжения, новая процедура будет использоваться все время. С большинством остальных неполадок система способна справляться автоматически. Oh!
Мастер связи, 7 октября 2145 года. Недавно в резервном журнале соединения мы обнаружили записи о несанкционированных сеансах связи. Этот журнал обычно никем не проверяется, но внезапная проверка вскрыла значительную активность. Мы проведем расследование, чтобы пролить свет на это темное дело. Особый интерес представляют сеансы D4560K9 и DE32889, которые никак не связаны ни с одной из систем. Буду докладывать о ходе расследования. Главный телепортационный портал Дельт. Только отошлешь сообщение, быстрее пробирайся в Дельт. Oh, my God.
Сигнал и слон все еще в твоей зоне. Отправь сообщение и не дай им тебе помешать. Связь установлена вручную. Солдат, вы слышите меня? Немедленно отойдите от консоли. Я запрещаю вызывать подкрепление. Мы не знаем, что за чертовщина тут творится. И пока не поймем, кризис останется внутренним делом корпорации. Отмените передачу. Связь со спутником установлена. Если эти твари проберутся на корабли, кто знает, что будет дальше? Ты поставил под угрозу все население Земли. Я отправляюсь в Пельту, чтобы остановить их. Не путайся у меня под ногами. Сообщение передано. Молодец, солдат. Я уже получил ответ от флота. Подкрепление скоро прибудет. Я жду тебя в Дельте. Доберись сюда как можно быстрее.